Предварительные итоги строительной отрасли за этот год и планы на будущее огласили в Новосибирске. Область выполнит план по строительству и введет в эксплуатацию 1 650 000 квадратных метров жилья. В 2019-м уже построили на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. По этому показателю регион находится на первом месте в Сибири. Кроме того, по итогам года введут в строй 54 инфраструктурных объекта. Большая часть из них – школы, детсады и медицинские учреждения. На 2020 год, значит, мы планируем по вводу жилья 1,7 миллиона квадратных метров. Считаем, что абсолютно выполнимый план. Вот. А что касается объектов и инфраструктуры, у нас получается уже 69 объектов будет.